Вас вітає преса Інтертелеканалу «Відкритий», з вами Анна Горбанчук. Наразі поговоримо про те, де та коли можна приєднатися з дітьми або родиною до клубу моржування та загартовуватися у крижаній воді Дніпра. Про це сьогодні нам розповість Марія Смородіна, засновниця клубу моржування, тобто загартовування в Дніпрі, так, та Єлизавета Смородіна, так би мовити, маленький морж. Що ж, пані Марія, розповідайте, коли найближче моржування, хто може долучитися, в який час? Добрий день. Наші тренування проходять кожну суботу в 10 часов на берегу. Стартануть прямо в середине сезона надо посовещаться, надо подумать. Обычно мы начинаем все-таки с сентября, да, постепенно, гладко. Хотя сейчас такие зимы, что, в принципе, почти сентябрь. То сейчас еще морозов нет, сейчас еще можно присоединиться. Повторюсь, в субботу на Сентузе, да, это наш лыжный парк. И там мы пообщаемся на тему ваших целей, зачем, с кем, состояние здоровья, чтобы это все-таки было обдуманнее. Угу. Ось так. Розкажіть, будь ласка, як багато взагалі вас там та група, як багато людей моржується? На сейчас нас человек 10, это в основном все семьи, дети с родителями. Это очень интересный педагогический процесс, когда дети очень хотят, родители не очень хотят, но осознанность приходит все-таки через родителей, дети копируют. Вместе делать, то это очень прекрасно, когда семья вместе заботится о здоровом образе жизни. Это очень классно. То есть у вас такое моржування семейное в загалом, так? Да, у нас семейный клуб и с большим отклонением на детей. Чому саме на детей? Чи це була ідея? Изначально я закалялась сама. Я увидела результат через год, что частота болезни значительно уменьшилась. С годами она вообще перешла на нет, да, это какое-то легкое недомогание полдня, и все это проскакивает. То есть наши все ОРВИ зимние, стандартные для обычных людей, да, то для нас это очень легко, мы это все проносим. Да, мы не железные люди, мы не ходим в майках по улицам, но инфекции и микробы нам менее страшны, чем людям, которые не закаляются. Почему через детей? Закалялась сама, привлекла мужа, ребенка. Тогда вот Елизавете было 5-6. Увидела, что и нравится, и интересно. Плюс пока мы разминаемся, мы часа полтора на воздухе, независимо от погоды. Дождь, снег, мы бегаем, гуляем, играемся, разогреваемся, и только потом окунаемся. Это безопасно. Это интересно, это новый опыт, и самое главное, мы увидели влияние это на организм. Далее, чтобы было веселее, мы пригласили наших друзей, показывая только личный пример, что вот у нас мы можем, и у вас получится. И так вот постепенно мы обрастали, кто-то приходил, кто-то уходил, кто-то начинал с начала сезона, но со льдами психологически было тяжело. Тут очень тонкая грань между психологией, потому что вода холодная, друзья мои, она всегда холодная, независимо от март, либо июнь, вернее, там, или январь. То есть. Особисто у вас уже який досвід, сколько уже років приблизно вы закаляетесь? Это пятый сезон идет. Пять років. Да. Первый раз это было с друзьями, с коллегами на моржевание, то есть разовое вот это, окунание. На крещение. Это было весело, интересно, драйвово, и все. Никита, давайте загадаем, какие были у вас тоді відчуття? Это первый раз. Это очень вызывает, конечно, большое количество адреналина. Я любитель таких вещей, это сравнимо с прыжком с парашютом примерно. То первый раз, тогда еще было, стояли льды, настоящая зима была. С головой три раза, вот все как по правилам. Мне очень понравилось. А на следующий сезон, это с ноября, я уже во время своей пробежки добавила окунание. То есть пробежалась, согрелась и просто сама начала окунаться. Вот мне так захотелось. И сезон я откупалась сама.
і потім вже додали ми дітей. Оце ми зараз, через 5 років. Які тепер у вас відчуття? Якщо порівняти їх з першим вашим разом окунення? Помимо того, что добавились нюансы, на которые стоит обращать внимание, с удовольствием ими делюсь в соцсетях, либо в группах, кто интересуется. Я с удовольствием развиваю это направление. Мне очень хочется сделать это масштабнее, с теплой базой, с собственным выходом на воду. Сейчас мы, так сказать, ютимся на чужой территории, очень хочется это сделать в своих территориях, местах. И помимо моржевания, это должен быть клуб здоровья. Повторюсь, здесь очень тонкая психология о том, что, ну, если ребенок не хочет, значит, его нельзя толкать, да? Вот надо, потому что раз в неделю надо окунаться. Нет. Либо мотивируем, либо как-то подходим, ну, значит, не сегодня, значит, переносим. То есть нельзя это делать насильно, нельзя это делать без желания. Плюс окунание – это вообще стресс для организма. То есть мы сознательно даем холодную нагрузку для организма, тем самым вызываем тренировку сосудов и регулярное воздействие. Все, вот, собственно, основные действия на наш организм, которые позволяют нам противостоять зимним нашему климату, да, свойственные болезни. Поэтому я бы сюда добавила еще йогу детскую. Да, то есть это был бы комплекс некий, то пока это только моржевание, вот каждую суботу. Чем ще корисне загартовування для людини взагалі? Не тільки для дітей, а для людини. Угу. Перед окунанням желательно знать состояние своего здоровья. То есть сердечко, сосуды должны выдерживать наши нагрузки. В любом случае это непривычная для нас обстановка. Повторюсь, это стресс. Если мы его даем постоянно, то организм потом привыкает. Сосуды резко сжимаются, поэтому категорически, конечно, не рекомендую одному окунаться, да, если решил так вот резко пойти и прям сегодня все сразу делать. Помимо открытого воздуха, воды, это еще большое воздействие на нашу силу духа. Ничего мы не боимся, да? Ну как, ничего. То есть инфекции общественного транспорта, инфекции детских школьных заведений, когда по 30 человек сидит. Да? Плюс я очень рекомендую, что добавить к этим мерам профилактики, как окунание, еще такие как, да, там двоеточие, витамины. Я против аптек, да простят меня все. То есть шиповник, ромашка, все это в открытом доступе. Каждое утро стакан теплой ромашки. Это великолепно. Лимон с медом, имбирь и так далее. То есть витамин С в наши холодные зимы, ну, в смысле, холодную пору, это очень, очень круто влияет. Проветриваем помещение. Надеваем носки и шубы, но в помещении должно быть холодно. Не должно быть тепло, должно быть холодно. Все. Добавляем увлажнение. Сухой, теплый воздух – это моментально наши респираторные пересыхания и тресканья. Я извиняюсь за подробности. Нельзя этого делать, это все начинается с легкого насморка. Нет. Увлажняем, освежаем, пьем витамины. Якщо повертаючись до моржування, все ж, то чи є якісь протипоказання? От, окрім психологічної якоїсь, так, відторження? К сожалению, медицина не на нашей стороне, да, то есть это недоказательная медицина, и сказать, что вот врачи рекомендуют, нет. Если из опыта, из информации, из открытых источников, то, ну, может быть, я онкологию бы вынесла бы. Даже сердечные заболевания с помощью легких тренировок можно вывести. Ограничения по возрасту – это тоже хорошая тема. То есть мы начинали с 5, я всех приглашаю с 4 лет деток. По первым нескольким тренировкам будет понятно. То есть нравится, не нравится, хочет, не хочет. Но гипотетически мы всегда хорошо прогреваемся.
и всегда быстро одеваемся. То есть помимо стресса в воде, стрессов больше нет. Ой, вот он замерзнет, его продуют. Ну так одень быстрее. То есть остальные моменты, которые могут вызвать какие-то недовольства, мы их исключаем. Теплое питье, теплая вода, тапочки, в которых удобно. Да? То есть моменты, которые могут вызвать недовольство, мы убираем. Все, все остальное остается только воздействие воды. Скажіть, будь ласка, діти, от саме з якого віку варто починати пробувати? Ну, там, наприклад, ви почали в 5, да. Там приблизно з 2-3, або ж теж з 5. Є отличні курси, які дозволяють купатися мамі з ребенком з 2-3 місяців. Ну, це, мабуть, вопрос більше не омраживання, а більше окунання, да? Тобто, щоб ребенок привикав к воді. И я бы все-таки тот процесс, который мы делаем, да, это в открытой воде в Днепре, то есть это не дома с душа, то температуру воды зимой от 0 до 4, да, плюс-минус, я бы рекомендовала ребенку от 5 лет, не раньше. Чи радите ви працювати, наприклад, консультуватися зі своїм сімейним лікарем? Або там дитячим так педіатром. Угу. До 5 лет в любом случае мама знает состояние здоровья своего ребенка. То есть самый важный орган — это наше сердце, да? Наши сосуды. Да, пожалуй, все. Вот так. То есть ничего остального из органов мы не раздражаем. То есть сердечко частица, пульс учащается, да, это все мы знаем. Повертаючись до протипоказань, наприклад, вагітним, так, на вашому прикладі, чи можна і до якого місяця вагітності можна? Теж дуже тонке діло. Ще в цю суботу я окуналась. Зараз у нас 35 тижнів. Тобто, звісно, по відчуттям. Тобто, бігати вже не дуже виходить. Тобто, розігрів треба іншим способом робити. И по ощущениям, то есть уже меньше нахождения в воде, более плавные движения, никаких резких, но это мой организм, который давно этим занимается. То есть начинать в положении категорически нет. И все. То есть начинать в положении нет. Нельзя. Разумела. На сколько секунд в среднем вот вы там... До вагітності, так, наприклад, так і закартовувалися в воді. От протриматися це як на хрещення, три окунання, або ж ти там 3-5 секунд і вилазиш. Это очень индивидуально. У каждого ребенка, у каждого взрослого вообще своя программа. То есть кому-то комфортно сел, встал, ушел. Это тоже имеет свой нужный эффект, поэтому это тоже хорошо. Взрослые плавают. То есть секунд 20 спокойного движения, да, то есть без рывков, нахождение в воде допустимо. Очень важно здесь еще не задерживать дыхание, чувствовать свое дыхание, то есть мы клапаны никакие не давим, все это, все у нас работает, все органы. В последний сезон, это 2020-2021 год, только лично себе я ввела окунание с головой, постоянное. То есть не только на крещение, потому что так написано на сайте, да, а именно для того, чтобы еще тренировать сосуды головы. Это был новый опыт. В этом году я этого не делала, не рекомендую, ну и не буду делать. То сейчас уже это не стоит. А каждый человек двигается. То есть деткам хорошо, все. Периодически мы, конечно, даем им интересное задание. Это залезть в воду и рассказать стих. Это очень интересно, потому что дрожит все тело от, ну, больше от драйва, от адреналина, да, может, подмерзают, но рассказывают, дрожат, как-то разнообразить. Иногда даем задание немножко отплыть и вернуться, если погода не очень благоприятна, то сел, встал, достаточно этого. Ну что ж, пані Лізо, розказуйте, а ви розповідали вірш у воді або ні? Да.
Розкажіть, будь ласка, чому от ви загартовуєтеся, чи взагалі не страшно залазити в воду, коли вона така там так крижана? Не страшно, я, потому что я это делаю только потому, что я этого хочу. Но еще иногда бывает страшно, потому что дождь, снег, очень большой ветер и дует, и пока дойдешь до воды, ну, очень страшно. Сколько тебе зараз років? 9. 9, тобто ти вже з 5 років, вже 4 роки загартовуєшся, правильно? Угу. Ти пам'ятаєш, коли перший раз загартовувалась? Ну, перші рази. Так. Да. Які були тоді відчуття і що ти зараз відчуваєш? Чи бачиш в собі якісь зміни? Вижу. И помню очень сильно первый раз, это было, ну, это зимой, это лед. И сейчас тоже чувствую изменения, потому что тогда я быстро встала, если я не хочу, то я не окунаюсь, если хочу, то окунаюсь. Ну, тогда было вперемешка, то есть не было строгого, что сейчас бегу, окунаюсь, ну, а сейчас... Ну, сейчас есть такое, а когда был первый раз, то не было. Хочу приседаю, хочу бегаю, а потом уже хочу окунаюсь, хочу нет. Як важливо розігритися перед тим, як лізти в крижану воду? Важно, потому что как-то раз был, когда снег, дождь, ветер, и, ну, и было очень сложно, и бежишь, ноги подскальзывают, приседаешь очень тяжело, и... Ну и я почти не разминалась, и просто так залезла в воду, было очень холодно и, ну, и тяжело, потому что холодно, хочется продержаться, ну и лучше как-нибудь уже разминаться, потому что без разминки очень холодно очень. Что найкрутіше, як от, наприклад, у школі, так однокласники реагують на такий адреналін, на таке загартовання, що вони кажуть, чи пишаєтеся ви таким от хобі своїм? Учительница, да, она, я ей говорила канал, говорила когда, и, короче, весь класс смотрел, все смотрели, полкласса, можно сказать, мне говорили, ой, а когда, ой, а где, а дай номер, а еще мы будем с вами, и так и один, вообще ни один не пришел. Тобто бояться однокласника? Или не хотят. Ну, наприклад, чи підвищується ваш авторитет серед так однокласників, коли вони розуміють, так, що ви така смілива дівчинка? Некоторі говорили, що як це холодно, це тяжело. І, ну, і некоторі говорили, що вони взагалі б не змогли так. Учительниця мені говорила, що... Ну, меня она всегда поддерживала, почти каждое интервью она мне, ну, я ей говорила, и мы весь всем классом смотрели, и, ну, интересовались. А так вчителька чогось не приходить так загартовуватися? Ну, я у них спрашивала, а почему не пришли, а они сказали, забыли, другие сказали, забыли, не смогли, холодно, жарко. Чи радите ви... Поржуватися іншим дітям? Так. Якщо так, то от чому? То найважливіша причина, задля чого це от чому треба робити? Ну, для того, щоб розвиватися, це ще як спорт, ще, тому що це, ну, появляется иммунитет и, ну, легче переносится болезни или вообще их нету. Ты редко хворишь? Да. Чи будуть питання? Пані Марія, у мене ще до вас буквально кілька. Скажіть, от можування у стані алкогольного сп'яніння. Можна чи не можна? Адже, на жаль, відомо, що на Хрещенні, наприклад, так, наш народ полюбляє випити алкоголя і пірнати. Если издалека, то в принципе принять алкоголя, да, это не самая лучшая идея. Окунание в алкогольном состоянии тем более категорически запрещается.
Да, в принципе, и окунание на крещение, я бы сказала, это тоже не является каким-то профилактическим средством. Это ритуал, это праздник, это хоровод вокруг елки, это мы окунулись и пошли. Ну, пофоткались. Да? То есть никакого оздоровительного эффекта в этом точно нет. Раз в год это, увы. Причем, ну, опять же, можно, конечно, копнуть в религиозные какие-то правила, что, возможно, кто-то там что-то смывает. Друзья мои, давайте весь год жить порядочно и думать о своем здоровье, а не один раз в год. Да? Я считаю, это вообще опасно, чтобы резкое воздействие холода один раз в год, плюс действительно бывают крещенские морозы, все реже, к сожалению, но есть. Ну, слава богу, есть организованные места, где есть доктора, за этим смотрящие, организованные места с теплыми переодевалками. То есть, дай бог, не будет больше, вернее, вообще, да, никаких случаев, но пользы от этого тоже нет. Угу. Это закартовывание регулярно та стабильно. Да. Ну что ж, я дякую вам, що сьогодні до нас завітали. На жаль, ефірний час у нас закінчився, маємо прощатися. І нагадую, що в наших гостях сьогодні була Марія Смородіна, засновниця клубу «Моржування» у Дніпрі, та Єлизавета Смородіна, маленький морж, яка з 5 років, тобто вже 4, так загартовується. Говорили про те, де та коли можна приєднатися з дітьми та родиною до клубу моржування, зокрема в цю суботу о 10 годині, а так в клубі, там де можна загартовуватися, це Синтоза, так містян запрошують приєднатися. З вами була Анна Горбунчук, дякую за увагу.